Всем привет, народ, вы на канале SkyTube Games. Сегодня у нас игрушка на обзоре под названием Tempus Triad. Заявлена она как хоррор, которая выйдет в первом квартале 2025 года. Хоррор-игра про динозавров. Кстати, спасибо Moontop Games, подписчику, который посоветовал мне ее смотреть, поиграть. Так, ну давайте заценим, что она из себя представляет. Я почитал описание. Там, короче, сюжет такой, что какой-то некий ученый, сумасшедший, не сумасшедший, создал машину времени, что-то там такое. Вот, да. Так. И то ли он как-то, короче, переместился во времени, попал во времена динозавров, то ли динозавры попали в наше время. Что-то я описания никакого не видел. Эпилога, пролога. Так. Ну ладно. Пойдем путешествовать, пойдем смотреть. Писаться и как-то со страха, я думаю, будем. А может и нет, не знаю. Мне нужно спуститься под землю и провести последний тест. Так, последний тест. Что за последний тест? Это как пролог или эпилог, что ли? Я что-то... Наверное, так, да? Так, только это и я вернусь к тебе, моя дочь. Странная база какая-то. Все в тумане в каком-то. Так. Взаимодействие с грузовиком. Что-нибудь есть такое? Нет? О, фонарь. Фонарь вообще имба. Короче, он ни хрена не светит. Я вообще не вижу, чтобы он светил как-то. Так. Скримеры будут? Скримеры. Давайте пробежимся. Опа. Это better, короче. Danger, do not enter. Попросите военного убрать транспортные средства с дороги. Василич, убирай свою развалюху с дороги. Дай мне проехать. Давай, убирай. Do not enter. Не будем мы энтерить ничего. Ну давай, уезжай. Че, как нажать, куда? Подсказка. Даже компаса никакого нету, ничего не понятно. Ну, может тут пульт какой есть? Карта. Lay containers, basement entrance, parking. Понятно. Ну, графика такая вроде, ничего, нормально. Только все ребит, это так и должно быть. Так. А как попросить-то? Кого попросить-то? Куда идти-то? Алло. Чувак. Вот есть какой-нибудь тут? Ничего нету. Ладно, пойдем дальше. Ой, я прям испугался. Транспортное средство удалено, вернитесь к входу. Прикол, блин. Удалено. Давай, проезжай. Чего нет? Дай проехать, алло. Хрена ты парковщик вообще просто сотого левела. У меня так некоторые дамочки во дворе паркуются, кстати. Вот так же раскорячится. А чё, я нормально встал, ты проедешь. Интересно, на чем я тут смогу проехать? Тут даже, блядь, Део Матис не проедет или АК. Ладно. Короче, там что-то удалено, нам сказали. Походу, тот беттер, который там перегородил дорогу. Ну, пойдем. Так. Угу. Так, ангар. Свет. Света нету, проблемы, я понял. Свет в конце тоннеля, это свобода или просто наближающийся поезд? Тут ты вопрос, конечно, задал, я не знаю даже, что ответить, реально. Ты давай таким мне быть или не быть, вот в чем вопрос. Вот это, да, философия. Активируйте лифт. Активируйте лифт. А, во, пуш. Пуш. Поехали. А чё без музыки? С музычкой надо. Представить, что я в Дубае. Непонятная база какая-то, заброшенная, не заброшенная. Где весь на... Где все люди? О, еще. А чё, если я сейчас нажму? Подожди, он уедет? Или что, тут секретная дверь какая-то откроется? Ну-ка. Так.
И хорош, стой. Не-не-не-не-не-не. Как я потом наверх-то подымусь? О. Лестница. А, ну там лестница есть. Может по лестнице подняться. Пошли. Так. Где все? У меня такой же вопрос. Слушай, где все? А... О, рычажок еще. Дай дерну. Нет, нельзя. Нет. Можно в те комнаты попасть? А, вот вход. Во. Просто сделай это. Что сделать? Бы озвучка была какая-то, я не знаю. Ну. Возьмите капсулу, включите машину. О, бля, как в аватаре, короче, слушай. Так, ну давай, взяли капсулу. Какие-то зарисовки, бешеные формулы. Не, это не мое, не. Так, чё, давай, ложись, пожалуйста, один последний раз. Да. Чел, который в аватаре тоже снимался, он там тоже думал один раз попробует в тело аватара переместиться. По итогу ему понравилось, он остался в нем. Ждем третью часть аватара. Так, надеюсь, там мой голос будет слышно на записи. Слишком громко как-то. Вроде бы я убрал так это. На минималочку все сделал. Давай, чё? Вставай. Как с бодуна встаешь? А, моя голова раскалывается. Дайте мне стакан воды. Какая ужасная головная боль. Я тебе сказал, не пей дешевую водку. Работало? Не знаю. Ты меня спрашиваешь, сработало или нет? Капсула пропала. Но я ее использовал только один раз. А что, ее можно было раз 10 воткнуть, что ли, в эту херовину, да, и перемещаться по времени? Прикол. Я думал, короче, сейчас я проснусь. Тут все будет перевернуто, все в кровище. Все сломано. Возвратитесь на поверхность. Задача вернуться на поверхность. Опа, вон там вон ствол. Да и не один. Слушай, он мне понадобится. Понятно. Говорит, иди и борись так руками. Ты же борцуха. Ага, против Рекса сейчас будем драться. Ногами. Так, лифт. Лифт, вызываем обратно лифт. Не, ну музычка такая ничего, мне нравится такая, для хоррора. Эпичная такая, да. Еще бы что-нибудь происходило. Я вот сейчас пока за все время, что бегаю, что-то не особо скримеров никаких не увидел. Хотя, может быть, это так положено режиссером этой игры, этого фильма. Ну, для хоррора в серых тонах такое, знаете, сделано, в принципе, как полагается. Найдите генерала, чтобы узнать, что произошло. Опа! Опа, вот эта движуха сейчас пойдет, походу. Это сейчас что-то будет, стопудово. Когда вот такая херь происходит, начинают сирены орать. Это значит, по-любому что-то сейчас будет. Стопудов. Оба-на, ни хрена себе, Кецель-Куатль. Имбушечка. Вообще найсик. Найсик. Давай, пошли. Давай, пошли искать его. Так, он проверяется в вертолете. Генерал проверяется в вертолете. Че это за херня? Выстрелы? Что, черт побери, здесь происходит? Нет, нет, черт побери. Да там вертолет, короче, закрутило. А его Кецель, наверное, короче, схватил. Что такое? Что за хрюканье? Это что такое вообще? Что это за такое? Да
такой звук был, знаете, когда у меня пёсель, короче, довольный, наест мясо до пуза с кашей, и он так же начинает хрюкать. Тоже так. При этом я им еще пузо начинаю чесать. Так, база была обнаружена. Какая база была обнаружена? Я и так на базе, ты че, алло? Так, мне нужно добраться до вертолета. Подожди, а там я могу пройти? Че я туда ушел? Стой. Ну, допустим. Я правильно иду-то? Хрен его знает. Без понятия. А что такое? Опять закладчики, что ли? Там ищут закладки. Блин, гребаные наркоманы, а? Пошли в лес, короче. Пошли в лес. Ну, когда я уже обосрусь-то? Вернитесь на дорогу. А если я не вернусь, что будет? Ну давай, ладно. Давай вернемся на дорогу, пошли. Пошли. Ага. Идите за базу, чтобы найти вертолет. Почаще мне подсказки какие-нибудь говори, чтобы я знал, куда идти. Я могу присесть и прострельнуться через это место. Серьезно? Да ладно. Обалдеть. Все, да? Можно так было? Тут, блядь, это что такое? Тихо. Вот сейчас я, короче, да, стреманулся. Вот сейчас, я поймал скримера. Блин, жесть. О, аж мурашки пошли. Вот сейчас, да, я очканул, молясь. Так, ладно. Но если в этой игре все будет построено чисто на звуках, чтобы звуков бояться. Такое себе. Да. Так. Ладно. Пошли. Куда идем? Мы с пятачком. Большой-большой секрет. Опять Васильич пьяный, что ли, орет. Так. Ну и чё? Куда идти-то? Здесь я пройти не могу. Подожди. Ну-ка, там еще, наверное, назад дорога была, да, стопудово. О, точняк. Проход. Ну-ка, давай. Смотри, короче, типа, я не вижу, да, смотри. Без палева стоят. Найдите способ пройти мимо сознаний. Сейчас, подожди, мы им напинаем. Мы можем, кстати, биться? Не драться, ничего не можем набить. Да, ствола нету у нас. Так. Здорово, пацаны. И чё? Да ладно. Капец, как страшно вообще, прям. Так, пошли. Короче, за пару прыжков он меня сожрал, типа. Да тут можно и без контрол было пролезть. Ладно. Так. О, уже смотри, стоят, ждут, короче. Гопники. Местная гопота, короче. Местная гопота здесь на районе. Да беги ты, существо. Давай. Не втыкай. Бегом. Вот сюда вот они не залезут стопудово, смотря. Да ладно, серьезно? А как пройти мимо них-то тогда? Если они так жестят, как мне пройти-то, алло? Подожди. У нас стамина кончается, я понял. Сейчас, подожди. Сейчас мы подкопим ее. А вон там фонарик лежит. Там по-любому в трубе, короче, щелик сожранный лежит. От которого фонарь только остался. Стопаши, беги. Беги. Давай.
непонятно куда бежать. Опа. Смотри, смотри, там еще впереди один. Нихера их тут, короче. Маленькие ублюдки. О, тихо, тихо. Да хорош я. Тихо. Вали. Что это были за вещи? Да, перевод супер. Динозавры? Они существуют, и как, черт побери, они живы? Чувак, ты создал машину времени. Ты до сих пор не вкуриваешь, что ты натворил? Что-то жесткое было. Так, иди через контейнеры, пока не найдете улавку о вертолете. Улавку? А что такое улавка? Булавку в вертолете. Еще бы знать, куда идти. Тут одни контейнеры. Да, прикол. Допустим, прошли здесь. Или лабиринт какой-то, а? Да я так сейчас 3 часа буду бегать искать. Сюда, что ли? Опа. 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 Олень ультанул с неба, короче, на контейнер. Чума. Охренеть. Дадите способ пройти через контейнер. Я уже понял, что что-то мне надо сделать. Что-то надо сделать. Там тоже тупик, что ли, ее? Точняк. О! Стопы. Давай. Давай, 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 давай. О, а вот здесь, короче, надо было. Ясно. А, ясно, хорошо, окей. Давай, 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 давай. Смотри, сейчас поползу, полюбас, вот эта херня накроет меня. Не-не-не, не. Или я вылезу, она упадет. Не. Блин, было бы прикольно. Так, пошли. Ворота. Давай, чё? Ну. Ёпте. Опа, Тереза. Вообще найс. Втыкает, смотри, смотри, втыкает, стоит, короче. Уё, тихо, хорош, хорош, хорош. Чё за звуки, вообще не пойму. Чё это за звук такой был? Don't stop looking. Don't stop looking. Чё значит? Не останавливайся смотреть. Не останавливайся смотреть. Ну, смотрю. Типа на него надо смотреть, что ли, всегда? А, во, короче. Во, точно. Don't stop looking, короче. Надо смотреть. Пока я бегу спиной, эта херня за мной гонится. Когда я смотрю на него, он типа втыкает. Ха, прикол. Что за дерьмище? Эй-эй-эй, тихо-тихо-тихо. Что мне сейчас надо сделать? Что мне сейчас надо сделать? Я вот типа торможу своим взглядом, да? Во мне какой-то чип вшит в мозг. А, ну мы же как-то создали машину времени. Может, что-то мы это... Да ёпт. Я чувствую, я эту демку не доиграю. Ну, просто выключу ее, наверное. Что-то как-то совсем непонятно. Не страшно даже.
Вот должна выйти еще одна игрушечка в Стиме, по-моему, тоже в 2025 году. Вот там и то в трейлере, и то лучше. Я делал на нее обзор, кстати говоря. Ну, давай, буду спиной ходить, короче, смотреть на тебя. Don't stop looking. Don't stop looking. Чё надо сделать здесь? Я не вкурю никак, не понимаю. Да тормозни ты, ёпта. Стой. Подсказку дайте, чё надо сделать? Я чё, блин, буду бегать, что ли, между этими контейнерами с этим наркоманом? Давай, заблокировано. Чё заблокировано? Мне нужно найти выключатель для этих дверей. Каких нахер дверей? Вот этих дверей. Да и где его найти-то? Где этот сраный выключатель найти? Да хорош ты, да заколебал, блин, ходить за мной уже. Это хоррор? Это, мать его, хоррор? Ну, не знаю. Кажется, эту игру разрабатывает наркоман. Может, какой-нибудь, конечно, не знаю, ребенок 6-7 лет оставит под собой полный сырой, не знаю, стул, на чем он там сидит, короче, табурет, пофигу вообще. Но и по мне это что-то прям... Так, включите переключатель, теперь поискивайте ворота. Вот теперь, походу, надо в ту дверь идти. Да. Ну пошли, где-то она там, да, вон там фонари эти гребные. Сука, я угораю, короче, уже. Ну блин. Тут немножко, кстати, скопировано, я смотрю, с чужого изоленты некоторые моменты. Ничего своего особо придумать не могут. Ладно, это инди-проект, ладно, хорошо, разрабатывает один человек игру, ладно. Давай. Ха, хрен тебе, короче, вот там и стой теперь, дебил. Давай, пошли. Вода. Че, скример увидит, да и назуха будет, нет? Или какого-нибудь другого крокодила? Ожидаемо. Ожидаемо, ладно. Вертолет должен быть где-то здесь. Но у меня плохое предчувствие об этом лезть. Оба. Ищите вертолет. Слушай, короче, чел, тут вертолет разбился. Ты понимаешь, что должно произойти? А, тут все должно гореть нахрен. Каркас какой-то огромный чей-то, нифига себе. Ладно, окей, пойдем искать вертолет. Шли. Дайте подсказку, табличку. Вертолет. Там вертолет. Там горит вертолет. Я прям вообще обосрался, да. Да хватит мне каркать на ухо. Где вертолет-то? Алло. А, о, вижу что-то. Вон там, да, реально, что-то горит, походу, он. Да, что тут? Все живы? Нормально все там? Пацаны, как вы там? Приземлились? Как? Мягкая посадка? Так, почему эти вещи происходят? Черт побери. Какие вещи-то?
Что происходит? О, зелье твое, слушай, во. Мне кажется, он кайфанул с этой херни. У меня осталась только одна капсула. Она... Я тебе не советую больше никуда ее вставлять. Это хреново для тебя. Это должно сработать. Мне нужно поправить все это. Не надо, не поправляйся, пожалуйста. Все начнется по новой, я тебе отвечаю. Должно, оно должно работать. Что должно работать? Опа. Опачки, опачки. Что-то начинается. Движ. Движ. Вот это да-да-да. Какой, а, красавчик. Темп устрят. Thanks for playing. Спасибо, что играли. And please add the game to your Steam wishlist. And he'll help me a lot. Пожалуйста, подпишитесь. Добавьте в избранное эту игрушку. Мне будет очень приятно. Короче, вот такая демка этого страшного хоррора. Хоррора. То... Прям вообще прям... Демочка. Короче, ссылочки будут в описании на Tempus Triad. В описании, да, если хотите поиграть, смотреть, что это за игра, ну, в общем, вот. Ну, не знаю. Для меня был единственный один только страшный скример, когда я полз через эти гребные там трубы где-то канализационные, и там когда херня побежала в спину, там реально, да, я очканул. Но в остальном, хоррор. Ну, ребят. Я, можно, продержу свои мысли при себе пока что. Может быть, конечно, через некоторое время, там, в первом квартале, как заявлена игра, выйдет. Может, там еще будут исправлены многие моменты в этой игре. Тогда ладно, тогда мы ее посмотрим. Пока что демо-версия вообще сырая. И очень все непонятно. Очень все непонятно. Я ожидал другого. Я думал, что тут будут нападать тебя динозавры. Там они будут тебя кусать. Ты должен от них отбиваться. Тут каким-то хреном ты смотришь на этого динозавра. Он встает как вкопанный, как дурачок какой-то местный. Смотрит на тебя большими глазами. Ты отворачиваешься, он начинает ходить за тобой, играть в салки. Прикол какой-то. Короче, пишите комментарии. Все, мне больше нечего сказать. Все, до новых встреч.